Раскалывай это до конца. Так, Федорович, итак, как вам удается сохранять такое хорошее здоровье до сих пор? В 85. Не забирайте, говорите что-нибудь. Трудиться нужно. Не лежать на печи, а трудиться. Не пить водки, не курить. Еще? Ну, такие вот. Заниматься спортом. А каким вы спортом занимались? Ходьбой. Ходьбой, это хорошо. А хозяйка ваша вам хорошо помогает? Помогает, конечно. Федорович, не замирайте. Хорошо. Помогаю. Вельми. Ай, сам помогаю мне. Сиди я буду. Я уже теперь более дела имею. А может помогать? Может, конечно, можно. Все я дело, помогаю мне. Сейчас очень устает. Идет худобу доглядать, а баба пет топит, значит, вот. Худобу доглядать, это важно. Да. Ну что, дворик? Воробьев, курей. Даже воробьев. Ну, можно, понасыпал. А вот эти санки у вас? Это санки уже спалить надо. Ну, хозяйство мы сейчас тоже посмотрим. Ну, два, ладу возить. И трезор у нас там в будке сидит. Ну-ка, скажи, га. Тоже будет целая газета.